Сегодня продолжился снос торгово-складского комплекса на Старой Ямской. Работы начались еще в минувшую пятницу, 21 октября. Основанием послужило решение Верховного суда о незаконности постройки. Напомню, собственник возвел здание почти на обочине федеральной трассы. Под бетонным фундаментом замуровали канализационный колодец и высоковольтный кабель. Работа более двух десятков предприятий оказалась на грани срыва. По инициативе муниципалитета начались проверки законности стройки. 3 года районная власть судилась с собственниками. За это время они регулярно менялись, затягивая тяжбу. Наконец, Верховный суд вынес решение в пользу муниципалитета. Для меня было основным все-таки исполнение законодательства, невзирая на лица, несмотря на должности и положение людей, поскольку закон должен быть един для всех. И сегодня мы, наверное, все-таки констатируем торжество справедливости. По просьбе проигравшего собственника снос склада растянулся на несколько дней. Районная администрация дала время на вывоз ценных стройматериалов. Но уже к четвергу от незаконной постройки не должно остаться и следа. В противном случае на зачистку выйдет тяжелая техника муниципалитета.